Прием жителей в формате выездной администрации в поселение Кутузовское продолжается уже третий день. Заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков провел совещание при участии руководителей местных управляющих компаний. На встрече обсудили новые аспекты работы с жителями, дали рекомендации по подготовке к осенне-зимнему периоду и многое другое. Затронули тему непосредственно перехода на единый платежный документ МОСОБЛРЦ, так как это сейчас прозрачно и удобно, в том числе для наших жителей. Затронули тему непосредственно перехода на прямые договора, чтобы жители были заключали прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. От слов к делу. После совещания его участники сразу же приступили к обработке заявки жителей и выехали в ЖК «Митина Дальняя». Жители обращались с просьбой разобраться в неисправностях канализационной системы. Дело в том, что после дождя вода в колодцах поднимается и вытекает на поверхность. Исправить ситуацию собственными силами владелец сети не может ввиду банкротства. Организовали несколько совещаний по данному вопросу. Вместе с администрацией было принято решение подать в суд с просьбой, чтобы данные сети вывести из конкурсной массы, во-первых, и, во-вторых, конечно, передать на баланс города для качественного обслуживания. Для оказания помощи людям принято решение использовать спецтехнику для откачки воды, так как существующий насос и измельчитель вышли из строя. Совместно с уже нашей, скажем так, муниципальной структурой «Лунево-Быт-сервис» мы приняли решение сейчас собственными силами, мы это восстановим. Людей мы оставлять в беде не можем с этой проблемой. По итогу встречи засор в канализационной сети будет устранен. На этой неделе обратиться за помощью в решении вопросов жители Кутузовского могут к специалистам, которые с 9 до 18.00 обрабатывают заявки в здании местной школы. Выездная администрация там будет работать до субботы включительно. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.